доехать до леса, а там дальше пешком. О, Юрий Олегович. 3 километра. Там была еще Вторая мировая, а там была линия обороны. Я могу ответ сказать потом. Да? Да, сука. Лет 10 даже. Я и вчера вынесла. Я не могла понять, что это вообще происходит. Так, кроссовки. Ты ему говоришь, просто ты слушаешь и ты думаешь, ты дурак, ты не читал историю. Здесь журналисты были уже, да? Church.